то мгновение, когда краешек самого лучшего в мире солнца появился над горизонтом, они еще были незнакомы. В тот момент, когда лучики самого теплого в мире солнца высушили последнюю росинку и разбудили всех, кто любит поспать подольше, козява и козявка случайно встретились. Ой, с тобой все в порядке? Да, все нормально. Ой, не могу. А я тут гуляю. А давай гулять вместе. Только я не летательный. И стали они гулять вместе. Конечно, у козявы не все сразу получалось. Но он очень старался. Потом козявка добавила: «Знаешь, ты самый хороший козява на свете. И я тебя, наверное, люблю. А ты самая лучшая козявка на свете. И я тебя тоже уже, наверное, люблю. Только я тебе это завтра скажу. А то как-то очень неловко вот так сразу такие слова говорить». В то мгновение, когда краешек самого лучшего в мире солнца появился над горизонтом, козява проснулся. Доброе утро, дорогая козявка! Я хотел тебе сказать... Здрасте! Что? Как я могу вас узнать, если я только сегодня вылупилась? И вообще, жить мне осталось только до заката солнца. Мы, козявки, живем один день, так что мне некогда с вами разговаривать. До свидания. К той секунде, когда самое уставшее в мире солнце зацепилось за землю, козява решил, что если вдруг ему хоть раз в жизни повезет встретить друга, он непременно будет с ним открытым, внимательным, искренним, добрым, щедрым, чутким. Таким, каким, сама того не зная, его научила быть славная маленькая козявка –